Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться нашумевшим рецептом десерта магнолия, который очень популярен в Турции. Для десерта я буду использовать 1200 мл молока, 3 столовые ложки с горкой муки, 2 столовые ложки с горкой любого крахмала, 200 грамм сахарного песка, 200 миллиграмм сливок 30% жирности, 2 яичных желтка, 2 пакетика ванили и достаточное количество песочного печенья. Вы можете использовать печенье юбилейное или любое песочное печенье. Переливаем в кастрюлю наше молоко. Добавляем муку, крахмал, сахарный песок, два яичных желтка, средний огонь и постоянно перемешивая доводим до кипения. Итак, наша молочная смесь загустела. Вот таким образом она выглядит. Появились пузырьки. И я снимаю его с огня. Молочную смесь сняли с огня. Чтобы наглядно показать консистенцию нашего десерта, хочу вот так провести пальчиком. Довольно-таки хорошо держит форму. И постоянно перемешивая, будем доводить до полного остывания. Наша смесь хорошенько остыла. Теперь добавляем 2 пакетика ванили. Теперь хорошенько взбиваем окружным блендером. Наш десерт. Десерт магнолия украшает обычно клубникой, но вы можете клубнику заменить киви или же бананами. Я клубнику. И измельчила печенье при помощи кухонного комбайна. Украшать будут десерт вот такие порционные стаканчики. Thank you.
десерт магнолия готов. Выглядит он очень красиво и к тому же очень быстро осваивается. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии, мне будет очень приятно. Желаю много позитива, много здоровья. Увидимся, до новых встреч!